Харе Кришна. Мы продолжаем цикл встреч под общим названием «История одной фотографии». И сегодняшнюю серию мы назвали «Колыбель революции». Это название мы выбрали не только потому, что речь пойдет о петербургской Ятре. Этот город в советское время называли «Колыбелью революции». Вот, но он стал колыбелью другой революции, а именно революции в сознании. Потому что сознание Кришны – это настоящая революция. Сознание, в котором доминировало «я» и «моё», надо теперь заменить на сознание Кришны. Кришна должен быть в центре нашего сознания. И вот этот процесс очень бурно начался в Петербурге, тогда Ленинграде. Ну и кроме того, действительно, в термине «революция» подразумеваются какие-то массовые движения, поэтому мы выбрали в качестве исходной фотографии для сегодняшней передачи вот эту фотографию. Так в Петербурге воспринимались первые харинамы. На этой фотографии мы видим многих старших преданных, ныне ветеранов, хотя сама фотография относится к концу 80-х годов. Это не самая ранняя из тех фотографий, которые мы сегодня будем показывать. Но она характерна именно тем, как петербуржцы воспринимали первые харинамы. Здесь запечатлена знаменитая харинама у Казанского собора на Невском проспекте. Это был музей истории религии и атеизма. Вот, и эта харинама ознаменовала новый этап в истории религии и, может быть, даже конец атеизма, будем надеяться. И на этой фотографии мы видим вот от вас, значит, слева направо, мы видим армянского преданного Нитьянанда Рама Прабу в ковбойке, неизменного участника ранних этих харинам. Рядом с ним на караталах играет Шалаграм Дас, один из первых петербургских преданных, о котором мы еще расскажем, я надеюсь. А над головой держит соединенные ладони Чайтанья Чандра Чаран Прабу. Его лица не видно, но это он. Далее мы видим в полосатой рубашке Маюра Дваджа Прабу, абхазского преданного, о котором мы уже рассказывали в прошлых передачах наших. Рядом с ним в очках Вишнудас Прабу, один из самых первых ленинградцев, присоединившихся к движению сознания Кришны. В центре поет Мамот Хакур. Впоследствии он был реинициирован Нараяной Махараджем под именем Мурали Махан. Далее мы видим Ашутошу в очках тоже. Да, вот он находится под картиной. Да, это знаменитая картина, которую кто-то там держит на вытянутых руках. Так Кришну изобразил еще один ветеран нашего движения, Мадхава Гош Прабу из Узбекистана. Вот далее на этой фотографии мы видим Парджанию Махараджу в темных очках.
Это тоже преданный из Абхазии, о котором мы уже рассказывали. Над ним непосредственно в обычных очках, но с волосами, вот там, если вы увидите, это Сутапа Прабу, один из ветеранов петербургской ятры, о котором мы тоже еще поговорим. Далее, на заднем плане, я не знаю, разглядите вы или нет, но в белом жакете вот здесь проповедует наша московская Шримати Яги. Она всегда проповедует до сих пор, там прошло, я думаю, уже лет 35, но она проповедует при каждом удобном случае. И в самом конце, вот с правой стороны, здесь вы можете видеть женскую голову, которая возвышается над всеми остальными. Вот это Матаджи Тайтирия с Украины. Я надеюсь, мы украинским преданным посвятим отдельную передачу. Итак, попробуем сделать какой-то такой хронологический очерк петербургской ятры. Конечно, время нашей передачи не позволяет сделать это подробно, и все подробности вы найдете в этой книге, которую выпустило наше издательство «Бхактивиданта Бук Траст. Движение сознания Кришны в СССР». Там о ленинградцах говорится довольно подробно, по крайней мере, в двух местах, в двух главах. И там как раз и будет описано самое начало проповеди сознания Кришны в Петербурге. Оно связано с теми преданными, о которых мы говорили в прошлых передачах. Это прежде всего Вриндаван Прабу. Он приезжал туда со своей женой Матаджи Удара Кирти. Она вот здесь от вас, значит, это... Если смотреть, да, слева направо, она будет третья. Вот здесь она в центре, во втором ряду. В центре с ребенком. Это ребенок Вриндавана Прабу. Вот заодно я расскажу об этих ветеранах, которые на этой фотографии с ней вместе изображены. И крайняя левая Матаджи Наратаки, точнее, скорее всего, Нартаки. С этими именами была проблема, потому что большая их часть была получена почтой. Это были заочные инициации. Ну и кроме того, те, кто их получал, как правило, не знали санскрита. И вот я думаю, что правильно это имя Нартаки. Девидаси, она присоединилась в самом конце 70-х годов. Одной из первых. Рядом с ней мы видим Матаджи Рукмавати. Вот. И она стала женой Джапы Прабу, о котором мы тоже уже рассказывали. Он у нас тоже здесь среди ленинградцев изображен. Он изображен в центре. И на этой фотографии, кстати, мы видим Чайтанью Чандру Чарану Прабу в этом углу верхнем. А на переднем плане, кстати, тоже стоит упомянуть, к сожалению, отвернулся от аппарата, Нанда Прия Прабу, выдающийся преданный из Грузии, и также на переднем плане его супруга Матаджи Нараяни. Вот. А на фотографии ленинградцев здесь... Да, и вот Джапа Прабу тоже один из первых стал проповедовать в Петербурге, и там он женился как раз на Матаджи Рукмавати. С Матаджи Рукмавати можно до сих пор общаться в Майяпуре. Это мы просмотрели с вами дальний ряд. В нижнем ряду мы видим, значит, опять-таки, если слева направо от вас, это Васудама Прабу, который стал на 10 лет бессменным президентом
Ленинградской ятры. Мы о нем еще тоже отдельно поговорим. Рядом с ним выдающийся Матаджи Валлабха Чайтанья, к сожалению, уже оставившая этот мир в благоприятных обстоятельствах во Вриндаване. В 1991 году она присоединилась, в 1981 году Матаджи Валлабха Чайтанья. Кстати, над, хотя нет, она вот с этой стороны, я извиняюсь, забыл упомянуть супругу Васудамы Прабу, Лила Мадава Матаджи, вот она крайняя, во втором ряду. А далее мы видим здесь в очках того же Вишнудаса Прабу, которого мы тоже видели на фотографии Харинамы у Казанского собора. Он присоединился одним из первых. Одним из самых первых был его старший брат Арчита. Вот, и он, скорее всего, проповедовал своему младшему брату. Рядом с Вишнудасом здесь у нас изображена Матаджи Анурадха, вот, которая вышла замуж за Трехлебова, уехала туда, на Северный Кавказ. Но я, к сожалению, не знаю дальнейшей ее судьбы. Может быть, кто-то из наших зрителей подскажет, как сложилась дальнейшая ее судьба. Вот. И на эту проповедь раннюю конца 70-х годов откликнулись две яркие личности очень. Ну, насколько яркие, вы можете даже судить, наверное, по этой фотографии. Вот это Арджуна Прабу. И, к сожалению, в архиве у меня нет фотографии его друга Анантачари, которого я знал лично. Я встречался с ним в Петербурге в 1987 году. Вот. И что касается Арджуны Прабу, то о нем интересно вспоминает один из его друзей. Я просто прочитаю эти воспоминания. Он говорит, что в 1979 году в Москве Харикеша тогда с вами провел первую инициацию своих учеников. И там был один преданный, который тогда так или иначе инициацию не получил, и это стало для него большим горем. И за него все переживали. Такой достойный и не получил инициации. Вот это был вот этот наш будущий Арджуна, Александр Ольшевский. И на самом деле для него было уже приготовлено имя Аштасидхи, потому что он был йог, может быть, даже это видно по его портрету. Он занимался много лет до того йогой, по несколько часов в день. Вот. А его друг вспоминает, что он знал философию, правда, не вайшнавскую, зато про Брахман и Дживу. И он в то время был большим авторитетом среди тех, кто практиковал йогу, а также среди хиппи, поскольку друзья у него были из этих двух сообществ. Он знал тамили, санскрит, бенгали, малаялам. Он знал деванагари и тибетские шрифты. И неизвестно, как это знание к нему пришло, потому что он, строго говоря, не учился на языковеда. Но так или иначе, все его записные книжки были на малаялам и на тибетском. И в КГБ никто не мог их разобрать. Это их страшно раздосадовало. И я думаю, может быть, поэтому он стал
единственным, кого посадили из всех петербуржцев в период гонений за сознание Кришны. И друг его вспоминает, что у Арджуны было много чудесных вайшнавских качеств. Он был мягок, серьезен, целеустремлен, аскетичен, был готов принять любого преданного, даже которого видел в первый раз, с распростертыми объятиями. Он ему готовил просад, заботился, чтобы гость был доволен, и проповедовал в любой ситуации любому человеку, и так авторитетно, что люди поневоле прислушивались. В газеты и журналы он не писал, но для преданных составил книгу цитат из Пуран и Упанишад. И в начале 80-х годов он в Петербурге был главным, вспоминает его друг. Вот. И Анантачарья, его друг из среды хиппи, принимал его практически как гуру. Когда они впервые с Арджуной приехали в Ригу, у Анантачарья, естественно, спрашивали: «Чай будешь пить?» «Я как Саша». «А с сахаром или без?» «Как Саша». «Подушка нужна?» «Как Саша». Вот это Анантачарья. А Арджуна практиковал мантру Харе Кришна с 1977 года. И осознание Кришны, скорее всего, он узнал впервые от Матаджи Кришна Деви. Мы говорили о ней в одной из самых первых наших передач. Это такая была парочка Ананта Васудева и Кришна Деви. И они были, насколько я помню, математиками оба, из научной среды. Они владели английским свободно. Харикеша тогда с вами, он вспоминает сейчас, что когда Ананта Васудев ушел, для него это была колоссальная потеря, потому что никто так свободно не понимал американский язык, как этот Ананта Васудев. А Кришна Деви с самого начала, как только стали доступны книги на английском, она их читала преданным. Вот за это ей очень благодарен до сих пор Вриндаван Прабху. Но, к сожалению, они не сошлись характерами с Анантошанти, с первым учеником советским Шрилы Прабхупады. И она перестала общаться с преданными, уехала в Израиль. И когда мы сейчас хотели ее найти, выяснилось, что никто не знает ее кармического имени. Только кличку помнят – Ирен. И больше никаких сведений. Опять-таки, я рассчитываю, может быть, кто-то из наших зрителей что-нибудь знает об этой Матаджи Кришна Деви. Вот. И она опекала, в частности, в Петербурге Арджуну. Интересно, что уже, я думаю, в нашем веке Арджуна вместе с другом своим Анантачарьей ушел к шиваитам. Это было для многих неожиданностью. И удивительно, что вскоре и тот, и другой оставили тела. Арджуна подрабатывал сторожем где-то, и на этом объекте случился пожар, и он погиб там в 2005, скорее всего, году. Вот. И буквально там через пару лет Анантачарью на улице убили хулиганы ночью. Шел там по Петербургу ночью, так же опасно ходить, как по Москве, по меньшей мере. Вот такая необычная история этих самых первых ленинградцев. После того, как Арджуна стал общаться с преданными, он, конечно, внешне очень сильно изменился, и я думаю, что уже никто не может даже узнать его в связи с этой его ранней фотографией. Вот здесь он изображен
вместе с еще одним ветераном петербургской ятры в очках, это Свайамбхува Прабху. Я, к сожалению, не смог это уточнить, но, по-моему, он получил инициацию в Швеции, поэтому его никто из петербуржцев под этим именем не знает. Они познакомились с ним только в Швеции, хотя он начал практиковать в Петербурге. И при каких-то обстоятельствах, тоже пока не удалось выяснить, хотя с ним, в принципе, можно связаться, он живет в шведском городе Мальме. Вот. Он был депортирован из СССР. Как он там оказался вообще в Швеции? Он, судя по всему, был тоже в тюремном заключении. На каком основании он сидел, неизвестно. Вот, потому что материалы процесса у нас есть только по Арджуне. Так или иначе, он, по-моему, он сам рассказывал. Я был лично с ним знаком в 1989 году, когда я был в Швеции. Он уже был главным пуджари там у божеств Панчататвы в Алмиксгарде, на ферме преданных, где находилась типография нашего издательства BBT. Он уже был женат на шведской преданной, у него, по-моему, был уже ребенок тогда. И вот мне кажется, что это он сам рассказал эту историю, как его депортировали, потому что его забрали из камеры без вещей, просто посадили в поезд с двумя конвоирами. И на границе с Польшей, когда советскую границу этот поезд пересек, его просто выставили на перрон. И конвоиры уже хотели было обратно залезть в вагон, но один из них заметил: подожди, сапоги же на нем казенные, а ну снимай сапоги. Его оставили босиком на перроне. Как он из Польши добрался до Швеции, трудно сказать. Вот. Возможно, мне все-таки удастся с ним связаться. Это довольно сложно, потому что у меня пока только его адрес в Скайпе, и там, видимо, у него другой режим дня, мы не совпадаем по режиму. Итак, среди первых ленинградских преданных были еще не менее яркие личности, которых мы видим здесь, на этой фотографии. Значит, слева, во втором ряду, мы видим Матаджи Хладини, неизменную участницу всех харинам, и такой, знаете, танцор совершенно неустанный. Хотя ей было за 50 уже, когда она присоединилась. Рядом с ней, там во втором ряду, это Враджа Мандала Дас, тоже инициированный в начале 80-х годов. Он довольно рано перестал общаться с преданными, но интересно, что сейчас он возглавляет Центр индийской культуры в Ростове-на-Дону. Его фамилия Касаткин, и можно до сих пор лично получить его воспоминания о первых этих годах сознания Кришны в Петербурге. И дальше мы видим здесь, вот опустив лицо, с мридангой сидит Шримати Иша. Это супруга того самого Шалаграма Даса, кого мы видели с караталами на первой фотографии. Вот. И Шримати Иша сыграла очень важную роль в движении Петербурге, потому что она фактически была антрепренером многочисленных выступлений преданных со сцены, причем в центральных концертных залах города. По-моему, у них самый главный зал назывался Октябрьский. Вот. И в частности, они выступали с знаменитостями. Здесь
на этом фото мы среди таких знаменитостей. Я не знаю, видно ли вам, потому что он в самом конце этого ряда, там видна борода. Вот если вы можете разглядеть бороду, а на этой фотографии виден один его глаз с бородой. Лучших фотографий у меня, к сожалению, не нашлось в архиве. Вот это известный блюзмен Стив Некрасов. Кстати, между ним и Мата Джиишей как раз поместился муж Мата Джиишей, Шалаграм Дас, один из самых первых переводчиков Шримад Бхагаватам на русский язык. Вот. И здесь вот эта фотография их концерта особенная со Стивом Некрасовым. Может быть, даже более знамениты были их концерты в составе программы Курёхина. Я, к сожалению, не помню, но, по-моему, в этой книге нашей вы найдете название программы. Она была очень популярная в свое время у Курёхина. Вот. И также они сотрудничали с известным также музыкантом Леонардом Козловым, который руководил группой «Арсенал», нашумевшей в свое время. А на этой фотографии интересно то, что преданные поют стоя, но на переднем плане сидит тот самый Арджуна, Прабху в лотосе, и медитирует. И он неподвижным оставался, на удивление публики, в течение всего концерта. Видимо, глубокая была медитация. На этой фотографии есть еще, конечно, важные личности, но я не уверен, что вы сможете их разглядеть, потому что в микрофон поет Чайтанья Чандра Чаран Прабху здесь. Так. А, значит, кто здесь еще? Вишну Дас в очках там рядом с ним. Амогха Пандит там. Это редкое его фото. Он, насколько я вижу, он с физгармонией, возможно, ручной, да? Вот. Амогха Пандит получил инициацию в 1981 году, но, к сожалению, тоже довольно рано перестал общаться с преданными. Вот. Теперь. Вот я извиняюсь, не упомянул я, когда говорил о Матаджи Нартаке. Кажется, я даже неправильно сказал, что она присоединилась в конце 70-х. Она присоединилась в 1980 году через группу «Хатха-йоги». Вот. И присоединилась она, собственно, вот к этим двум друзьям – Арджуне и Анантачаре. И она вспоминает сама вот о первых программах. Они проходили у Судамы Прабху, которую я упоминал. Матаджи Хладини дома, которую я тоже упоминал, и Матаджи Дивьялилы. Вот я не уверен, она очень редко фотографировалась, но вот здесь мы, по-моему, ее видим вот на этой фотографии. Матаджи Дивьялила, вот для вас, значит, она слева, да? За мридангом Мамут Хакур, и опять мы видим Вишну Даса в очках. Это их Харинама в кафе Санкиртана, который открыл Мамут Хакур, фактически в центре Ленинграда. Это его стенная роспись, он был художник. И об этом мы поговорим, видимо, уже в следующей серии, которая будет продолжением этой. На этом мы сегодня прервемся. Хари Кришна, спасибо за внимание.